Давай тогда вот сюда подаем. Давай. Данчинг. Данчинг. Данчинг, данчинг. Данчинг. Дашки, теперь зачем нам, брат, вдвоем поиграть? Ай, иду против сквада. Не, его иногда же женю надо слушать перед сном. Да-да-да, это ты правильно. Вчера помнишь, он как, это сразу гей-гей говорит. Да-да-да-да-да-да-да. Гей-гей говорит. Он тебя недооценивает, не брат. Мы же могли лет 10 назад за это ему натуре вот так стол накрыть заставить. За слова отвечаю. Сейчас просто пощада к нему есть. Сразу гей-гей. Он, ты заметил, такой хейтер беспалевный. Да-да-да, он самый главный хейтер моего. За слова отвечаю. Вместе мы сила. Смотри. А, тебя держит. С окна тоже. В окне один, черт. Спрыгнул, паркур сделал. Вправо будет идти. Выбегает. Ну нормально, нормально. Надо же чем-то похрустеть в отцу. Это редкость в наших краях. Я тебе серьезно говорю, Гурбан, что-то тебе надо заказать рейс. Питкас, не-не-не, я в Дубай приеду, потом закажем, брат. Дубайскую шаурму. Ай, дубайская шаурма. Так имба говорит, Алихова. За слова отвечаю, брат, такую шаурму. Я-то с Алихова здесь сказал, нету такой шаурмы, которую не пробовал, понял? Вместе там, тут везде хавали, да? Да. Я тебе говорю, и такой вот сок, такой, дубайская, дубайская. Ты просто скажи, когда же есть. Это все дубайская бомба, ой, бой. За слова отвечаю, да-да-да-да-да. Эй, вот сопрыгай, вот сок, Лос Аркос, жесть. Аркус, отцов. Маркус. Маркус. Ух, это что за натуре город? Это вообще что за карта, как, братуху? А город грехов, брат. Ой, город грехов, что за фильм нереальный, за слова отвечаю. Ай, Алихма, Алихма. Алихма выходит на охоту, он говорит, жесть. В игре, а в реальной жизни. Только не в игре, говорит, а в реальной жизни, ты понял, он уже... Лежима, я тебе говорю, такой воежу, он хантер жест. Типа, он DXB хантер жест. From Charada. Так, Урбан, мне кажется, нам надо идти в бой жест, разогреваться, что-то мы какие-то вообще вяленькие жест. Ассаламу алейкум. Ва алейкум. Алейкум салам. Вот сейчас еду катать. Ай, ну пока да, конечно, да. Блин, мы вообще куда пришли здесь? Хип жест, да? Мы вообще не туда идем, мы за этим пацаном идем, а нам надо вон туда же, в этот город. Рустам, перекинь меня, говорит, войс, приколи, да. Лететь будем, Курбан? Давай. Ассаламу алейкум. Александр, можно на ту крышу сразу так же? Давай. А на ту нельзя сразу? Можно, пойдем. Бомба, Руслан, ты как? Альхамдулилля. Мужчина, Руслан. Это же. Я зовут Эка, Руслан. Это вот, прикинь. Сзади. Семерки нужны. Хорошо. Дурачок же есть. Войс включи, войс включи. Подожди, не спеши. Перезаряжается, хорошо, лохман. Как у Холика ник поставил, шестерки, не шестерки, блатовать думает. Какая в натуре дура на один миж и его кинты. Не, ну это красиво было кругом. Да. Эй, зона приколи, да наш хотя бы гопчик за нами приехал, представляешь? Конечно, приедет, брат. Увидел, да? Еще один каленый будет, так, лапа. Я же уже убежал в отцов. Убежал тоже, что спрыгнул уже. Он на туре там, что ли? Он на туре дура на Димиджи. Он что так стреляет, Не-не-не, подниматься. Вай, пришли, да? Поднимаешь, он красавчик, это пацан, честно скажешь, есть? Да, мужчина. Он забрал твой чип, да? Не-не-не. Нету здесь чипа, отцов. Это, наверное, вот наш зарванный. Спроси у него. Чего у него спрашивал? Не, что сделаю с чипом, блядь? Эй, чип, give me. Эй, бразер, give me чип, my brother. Fancy?
Fancy! Fancy! Give me chip, you my brother! Please give me chip, my brother! Эй, дурачок, отдай чип моего брата, жиз. Хорошо. Я думал, нет. Привези его к этому. Выше, выше, выше. А где эта суета, жиз? В этом же городе, слева. Да, уже чего, отцок, уже спереди мы тебя сейчас. Давай, давай. За минуту надо успеть. Ну, успеем, успеем. Делаешь, курбан. Так, 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 так. Валикум салам всем, братья, чати. Курбан, ты уже летишь, да? 37 секунд, вон же слева написано. Приколи, да? Как раз вы там очистите. А здесь нечего очищать, вот сук. Ой, телефон приколи, а, не. Он уснул, что ли, да, пацан? Эй, как эту подсветку от всяких предметов убрать, Джейс? А в настройках как-то. Да-да-да, сейчас я в хату зайду, сделаю все это. У меня DPI на мышке 1000, брат. Да, на самом деле DPI каждому, как вот ему удобно, так и должен играть. Он не должен играть, как у какого-то стримера или как у какого-то игрока. Вот как тебе удобно мышкой разворачивать. Я ее каждый раз меняю. Это мне не устроит, что-то где-то он не повернет. Я вот сколько лет играю, я даже не знаю, какой у меня DPI есть. Я постоянно меняю ее. О, подъехали, да, к нам. Он его как снял? Это ты что ли его снял-то? Пусть сильный курбан достал, а ты чё? Остановился, смотри. Он не остановился, он стоит где-то камень. Вот сейчас он остановился. Вот ладжима, ладжима. У него, знаешь, что за ник? Роксул уже есть. Не Роксул, а Роксаул уже есть. Цагла, Цагла братьям же не мешает, он поэтому молчи. Сейчас он в следующую катку зайдет в игру, вот тогда поговорим. Не что ли Цагла, лесгияр? Эй, Цагла, Цагла. Что? Цагла легенда, я тебе говорю. Бей ключ карты, у него было, приколись, Северин. Еще знать бы еще, что они делают. Шама, шама, братское сердце. Ты помнишь, как мы мастера от третьего лица аппа лежит? О, орел уже, это что за редкие кадры? Будь здоров. Спасибо. Взаимно. Мы не в зоне еще ли, братьям, или бими? Вот туда тоже один приземлился. Давай вот сюда на единицу, отцов. Заедем. Давай, 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 давай. О, как по кайфу сейчас то, что она не светится, здесь эта машина. Моцик. Это что за муха летит, Джейс? Эй, что за суета, почему я его не вижу? А, вот же он. Дроп. Он к вам приехал, Курман. Не, он уехал, просто так же за дропом. Да? Пойди-ка, пойди, я сейчас эту муху в натуре. В зоне вот здесь играть надо нам, брат. Тут в натуре чё по кайфу ездит, летает же. Ох, апур-чапур здесь происходит, но мелочный вес. Чапу-чапу. Мясной обед. Как брат уходит, а кто так стреляет в меня, Джейс? Какой уходишь, брат? Нет, конечно, брат, я наоборот. Очень близко с народом, Джейс. Кто это шмаляет? Мне просто интересно. Это вон те? Ага. Вот машина сзади подъехала. Нокнул здесь на метке. О, это уже опасно, уцы. Вот здесь три человека, уцы. Угу. Четыре даже человека. Как да. Это очень опасное место здесь, где я сейчас нахожусь, отцов. Очень опасное. Наш отмороза газует, я тебе серьезно говорю. Ему нужно поддержку оказать, брат. Я вообще предлагаю левую сторону под себя забрать. Давай. Вот эти жесть. Он что за бродяга? Он бродяга, бродяга, уцы, бродяга. Да-да-да-да. Он бродяга, нереальный уцы, да-да-да. Уйо! Курбан легенда застала, отвечай.
Не знаю. Ты туда подошел с C4 кинул, да? Да. Пожи. Пожи. Эй, он что делает, как братуху скрыть? Он дурачок, что ли, уцы. Это конкретный хлипич намечается, Курман. Эй, give me cartridge, эй. Он что делает, как братуху? Это того взорвали, да? Эй, зона у них, что ли? Да. Один человек у них, а два человека осталось. Ааа, мало-мало, легенда! Бай, вот я вам их дал. Кое их там. Да? Да. Задерем передо мной. Хорошо. Он сам себя поднял. Другой. А где он, это другой? Вот за деревом. А, да? Да, еще раз. Это легендарная была, Курбан. Ты умер как герой, ЖС. Ты не просто так ей намолачив, ЖС, генерал. Умер, нападая в отцу. Сычку нормально поставил. Я тебе говорю, они в каком шоке, бля. Ты в натуре этот камень вместе с ними в отцу в лобби отправил. Это такая же жесть, Ирангеля, сестренка уцы. Да, за что отвечаю. Зелененькая, большая. Зачем догоняй, почему пинг 350, когда там сервера есть? У тебя сколько лохма пинг? 78. Мы вообще где играем, даже интересно, если она у вас такой пинг. Да, просто мы как раптуху. Робжик, смотри, сюда летит к нам. Это его же, брат, роковая ошибка, то, что он сюда летит, потому что Ладжма рукав тоже здесь. На месте. Стул, синий стул меня засейвил, я это запомню, брат мой. Деревянный жест. На этого черта смотри, да с базукой, на! У натурики червячки, что ли, переиграл? Вот так. Просто мет подай на него. Червячки, кто помнит игру, жест? Это что, это дурговая жест? Ты такой отморозок, что ли, я не могу понять, жест. Ты в узких кругах, черт с этого дня будешь. Эй, пожи-ка. Эй, здесь еще кто-то есть. Здесь еще кто-то есть. Вижу. Толпа, брат, вот. Хорошо. Сау, лахма. Это ты, что ли, здесь? Да, брат. Не за что, братишка. Добивай. А он укнул слева. Тот за забором. Еще за тот. Уа. Ой! Подержись, Варва. Он сколько хаеши кидает. Да. Марасы. Ва, еще от... Он прихали, да? Дай, Курбан, залезай вот. Наша очередь гранаты кидать, братья мои любимые. Наша очередь, братья мои любимые, гранаты кидать, я говорю. Там же на крыше, да, он? Выстрелил, по-моему. Мне кажется, вообще через задний ход соскочил уже есть. А я тебе говорю, просто живи домой, брат. Так, демонстрирую один раз, братья мои. Больше такой акции не будет. Это называется арабская шаурма. Это называется картошка. Все. You understand? Goodbye, GS. Вау, чё за бомба шаурма у тебя? А у нас... Это турецкая? Ты вообще больной, что ли, на голову? Или арабская? У тебя вообще с головой... Мы-то знали, что ты чё такой, GS? Лю-лю, GS. Лю-лю, кипа. Ну не до такой степени, да? Да-да-да, что ему... Я не помню, ты сказал или турецкая, или арабская? Ну да, он шумял конкретный, брат. Арабская? Нет, брат, это... Ливанская, какое арабская, Марасиш? Ай, карар, братское сердце. Баркало. Ты если не веришь, карар, расспроси. Эй, вот же машина, братья, отвезите меня куда-нибудь в сейф, я хочу похавать арабскую шаурму. Если бы вы когда-нибудь в жизни ее хавали, вы бы поняли, про что я вам говорю. У вас вот так подаются, да? Эй, компень забери здесь, лохма. У вас здесь. Куда подъеду, брат, я перед тобой же стою.
Не, вон там труп. Вот здесь? Ага, ага. Да, да, да. О, здесь еще 6 икс живоцов. Здесь. Никогда не садился, Курбан. Отвези до меня в самое безопасное место на этой карте. Вот здесь аптечки тоже возьми. Не-не-не, у меня 3 штуки есть. Смока там и болики. Смока есть 3 штуки даже. Болики даже есть. Я вам серьезно говорю, брат, я много шаурмы хавал. Но лишь одна завоевала мое сердце. Ты на машине еду, брат, подожди. Скрипишь, ладно. Да не говори, да, братан. Да. Остановить хал, поможем нашему, брат. Они уехали. Да, брат, какой вот здесь на мне, он каленый, захлебнется за дерево. И это четверг. Еще один. Своего поднимать будем. В дымах внизу гранату. Дымах внизу. Там же, да-да-да. Эй, я же вас попросил сейф отвезти. Зачем вы на Хипиш приехали? По-братски скажи, да. Ну, а то же, брат. Арабская долма, это что за суета, Карра, расскажи, да. Эй, Карра, у вас же ливанская, арабская, это же одинаковая же шаурма, да? Таким соусом, который подается легендарным. О. Вот такой соус. И вот такие кусочки шаурмы, даже. Ммм, кефтеме, Карра, кефтеме. Какие? Да. Это все, кто хорошо играет, такие вещи делают, брат. Но у нас в Питере тоже есть арабская шаурма. Только она не такая, как у тебя, она в лаваше. В лаваше, говорю. А это в чем же есть? Это на тарелке же у тебя, не? Когда она в кастрюле была, нет, просто. Это же. Ты ему историю про кастрюлю мало нас Рудина, расскажи да лучше. Это же легендарное. Да он знает, наверное, про такие истории. Давай создать какие-то истории, рассказать. Давай, твоя очередь. Расскажи. Из жизни, которая с тобой случалась. Да. Такую смешную историю расскажи. Интересно. Нет, ты расскажи твою интересную. Да. Ты свою интересную историю, если что с тобой случилось. Ты там когда-то в школу пошел, у тебя там такая-то история смешная случилась с одноклассниками, там, или что-то, или как-то. Ну, что-нибудь такое. Ага. У тебя в жизни ни одной смешной ситуации не было? Будем сейчас вспоминать. Это... Дурацкая ситуация была у тебя вообще в жизни? Дурацкая. Необычная, дурацкая, смешная. Или что у тебя вообще в жизни? Ты что, робот, что ли, что у тебя ничего не было? У всех бывает. Или ты что, среди людей не выходил, что ли? Да. Ты в школу ходил? Подумай, есть у него, сейчас он подумает, подожди, Лахма. Ты в школу... Кипиши были, все. Ну вот, расскажи кипиш. Какой рассказать вам? Какой-нибудь рассказать? Какой был, да. Сколько их было, вас сколько было? Могу рассказать, как меня выгнали из вольной борьбы. Могу рассказать, как драка со спортивной была. О, это расскажи, так, как выгнали тебя? Меня выгнали, блин, за то, что один... У нас... Убей его по-братски! Прикинь, да, вообще. Кто бежит с винчестером? Эй, я что, разучился в окна запрыгивать, или она здесь уже больше не прыгает? Она прыгает. Дурачки же есть. Нет, Курбан. Курбан, чип забери домой. Цагла, иди чип забери мой на втором этаже. Да и чё Цагла рассказывает, а дальше что было на туре? Как их называют, которые в одном зале тренируются? Однозалец, да? Однозалец! Одногруппник или как их называют? Ммм, да. Однозалик. Однозалик. Одноклубник же есть. Отрабатывали? Ага. Ага. Вот. Я его что-то по фамилии называю, ну там, Туртубеков у него фамилия была. Ага. Он не знает, что-то с этого обидно, что ли, я не знаю. Он начал мне, короче, поджопники давать, там, убегал. Ага. Ну вот, смеялся, убегал, там, когда на следующий день тренер хотел нас двоих поставить, он говорит, нет, я с ним не хочу, типа, там, тут начал. Говорить. И в тот же день опять поджопники начал давать убегать. Ну, меня это разозлило, короче. Пошли на улицу, короче, начал с ним разговаривать. Ну, почему так? Чё так? Почему ты мне так поджопники даёшь? Ну, вот, он... А он старше, чем ты был, или твой ровесник? Ровесник. А он больше, чем ты был, или меньше? Больше, чем ты был. А он не знал, если кто тебе поджопники давал, что с ним будет, не знал? Не знаю. А, и чё потом? Ну вот, и что-то разговариваем.
Я ему, короче, нежданчика бью. Угу. Вот, и он начинает на меня нападать, короче. Нас разнимает женщина, типа, все такое. И он такой говорит, ну, разнял, такая женщина, говорит, не делитесь тут. Мы такие, хорошо. Он такой говорит, пойдем один на один. Я говорю, ну, пошли. И он мне там говорит, короче, тренеру никому ничего говорим, что мы деремся, все такое. Я говорю, ну, хорошо тогда, давай. Ну, типа, за то, что если узнать, что мы подрались, же нас выгонят. Угу. Вот. И, короче, я говорю, хорошо, я не буду рассказывать. Ты даешь слово мужское? Он говорит, да, даю. И все, мы что-то пошли. И что-то началась драка у нас. Он меня взял, я взял, кинул, короче, на бедро. И он хочет встать, и я ему с ноги в нос даю. И ему, короче, нос сломал. И вот. Он заявление написал? Нет, отцу рассказал, скорую позвали, меня с тренировки выгнали, и все. Вот такая история. Пахам в угол меня поставил, неделю не выходил гулять, ничего не делал. Даже не кушал, в углу стоял неделю, да? Не, обидно, что меня выгнали. Я там хорошие эти. Результаты показывал, да? Да. Знаешь, сколько так олимпийских чемпионов здесь потеряли. На боевое самбо пошел потом. Что-то даже лучше, да, получилось? На боевое самбо в школу олимпийскую резерву поступил. А это где, Питере было что-то? Да, Питере. Это русский был пацан? Нет. Ты помнишь, как он его фамилию назвал? Вначале как русский. Киргиз, что ли? Здесь люди приколись у меня. Он да, последняя хата его цель. Справа тоже есть хобан. Да. Эй, на мне прям, набивай. Поднимаешь. Дурачок же есть, лахма после арабской картошки же не контрится. А-а-а. Вот поджопники дал лахма им. Ну, зря я эту историю рассказал, астагфирулла. Почему? Почему? Он был рассказать эту историю, вот сын. Не, почему? Нельзя было. Почему? Потому что. Из-за поджопников, типа? Нет. Ну, с ним плохое случилось. Ну потому что видишь, брат, нельзя же поджопники давать, поэтому, наверное, его наказали тоже. Только наказал его, видишь. Брат, из-за болезни умер. Мне его одноклассник рассказывал. Нельзя было. 54 секунды надо поднять. Ты велосипед тоже в натуре весь сидит. Таглу где убили? Это ты Таглу лежишь, да? Наверное. Да. На стелсе приколи. Как быстро ехать? Пробел, по-моему, или щит. Чифт. Держать или нажимать? Не, по-моему, вы нажми. Двигай на эту, где антенна. Аду, это завтра. Курбан, теперь твоя очередь рассказать историю. Да, брат, в ютубе смотри, брат, Курбана истории. Да. Истории, брат. Только хочешь, будет здесь. Я хочу вот сейчас живой от тебя услышать. Живой, брат. Там же тоже живые. Живые люди. В ютубе же тоже живые люди. Не, но мы же здесь друг друга уже давно знаем. Мы уже перерассказали, рассказали. Рустам, расскажи да еще какую-нибудь историю же только за живого человека уже жизнь. Не замерз, бро. Да. Еще интересно, я не знаю. Нам все интересно, брат, связано с тобой. Могу рассказать, что со скинхедами там кипиш был. Вот ты ему, короче, нос сломал туда, потом больше же эту суету же видели, наверное, знали же многие, что ты вот так, короче, ему нос. Где? Потом же больше никто тебе поджопник не давал, наверное. Ну, нет, там все, которые занимались в зале, все знали, да, там, блин, хай-хуй подняли, короче. Я же это говорю, ну потом уже никто уже не духа не хватало тебе поджопник давать, да? Ну, которые знали, нет. Я же это говорю. А которые не знали? А которые не знали, угомонял сразу их. Угомонял, да? Угомонял. Это правильно, брат. У тебя все на мяу должно качаться. На литературном языке вот так, как ты сказал, так надо говорить. А, это в хатах, прикинь. Будки нету, в хатах. На зетке, у них хипиш, по-моему. Да, какая нам разница, хипиш или мы их высушим все. Подойди, ворва. Граната там валяется. Я тебе говорю, Курман, здесь... Зугдай!
дурачок. Ара, чё варва? Да, отхожу. Куда ехать надо, за слова отвечает. Там подбежали, подбежали на улице. Ты чё делаешь так? Поднимай второй ног, поднимай, рис. Цага, пусты. Кто вас он бил? Дал ему. Я за ним еду. Отойди-ка, ворова. А, там еще где будка, человек что ли? Вот он, черт же есть. Да, не, здесь нельзя вот сейвить. Почему? Да, сейвить надо машину. Ой, как брат. Сзади едут вот сюда. Ты прям под них как раз таки поставила сейчас вот. А если мы с той стороны поставим, брат, сюда? Да? А, ну они тоже в зоне. Да, конечно, одного нокнул, еще один там. Кашить надо, отцок. Я ты на ты так я пешком на машине. Закидываешь гранатами, отцок. Эй, к нам приехали. И поможем нашим? Да, да, конечно. Ой, варва, держись, я сейчас их закручиваю, отцок. Давай, они убегают. Лёг этот чёрт же есть. Что сзади стреляет мне? Сзади поджимают меня, Вац. И на горе, где мы стояли с тобой. Надо этих долбить. Урба, там тоже вот он, чёрт. Это вон, где мы с тобой стояли, чертила конченая там. Это за машина такой черт в натуре, я тебе говорю, жесть. Вас выслушали, что ли, курбан? Вон они бегут за мной, черти, жесть. А что сделал? Спину стреляешь ему, отцок. Вот эти, которые подавал, что подумали. Вот эти, которые подъехали, конченые черти, жесть. А что сейчас они их не закроют, мне интересно. Мы могли засадить через, где мы были, оттуда бомба отыграли. Куда вообще уехали? Да, у нас хэлфиш. Вас зарашили, да, Курбан? Там в натуре центр зоны, прикинь, до да. Скоро.